Администрация Куйбышевского района в своем телеграм-канале сообщает о встрече с жителями, которую провел глава района Алексей Коробков. Обсудили ситуацию со строительством бассейна, с отоплением и водоснабжением, благоустройство скверов и дворов. Жители сказали, что видят изменения и развитие. Жители 116-го километра выразили готовность к дальнейшему диалогу и к совместной работе. Администрация Кировского района Самары в своем телеграм-канале сообщает, что волонтеры пункта по плетению маскировочных сетей, расположенного на Пугачевской, 19, изготовили 50-ю сеть. При поддержке главы Самары Елены Лапушкиной и депутатов Кировского района волонтеры сообщества смогли открыть дополнительное помещение по плетению маскировочных сетей на Металлурге. Добровольцы работают там с 1 апреля. В среднем изготавливается около 2 сетей в день. Юбилейную звезду на специальном стенде наклеил военнослужащий, который был призван по мобилизации и сейчас находится в отпуске. Он поблагодарил волонтеров за активную поддержку. В этом пункте еще начинают плести браслеты выживания. Это браслет, сплетенный особым способом из очень прочной веревки под названием паракорд. Он расплетается за секунды, и в руках бойца оказывается крепкая веревка длиной около 5 метров. Администрация Самарского района сообщает, что с июня по декабрь 2023 года на территории города проходят различные мероприятия, направленные на развитие физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО. Зарегистрироваться на сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» можно по ссылке, указанной на экране. С 20 июня до конца августа в парке Гагарина по субботам и воскресеньям с 10 утра до 13 часов проходит акция «Выходные с ГТО». Все желающие могут принять участие в выполнении отдельных видов испытаний комплекса, например, таких как рывок гири, челночный бег, прыжок в длину.